В ожидании смартфона Galaxy A52 и Galaxy A72 в сети появилась информация, которая просто взрывает мозг. Уже известно все. Цена, дата анонса, ключевые фишки и вообще все. Да, сегодня поговорим не только о Galaxy A52, но и о Galaxy A72. Но перед началом рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет, вы на канале Копипаста. У микрофона Антон, поехали! Итак, сразу к характеристикам. Samsung Galaxy A52 получит 6,5-дюймовый Full HD Plus Super AMOLED дисплей с частотой обновления в 90 Гц. Процессором выступит Snapdragon 720G. Версии с объемом оперативной памяти будет несколько. 6 128 и 8 256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Емкость аккумулятора 4500 мАч с поддержкой быстрой 25-ваттной зарядки. Основная камера получит 4 сенсора. 64-мегапиксельный основной, 12-мегапиксельный ультраширокоугольный, 5-мегапиксельный сенсор глубины и 5-мегапиксельный сенсор для создания макрофотографий. Фронтальная камера получит сенсор с разрешением 32 мегапикселя. Для разблокировки пользователям будет доступен подэкранный сканер отпечатков пальцев. Смартфон Galaxy A72 будет немного солиднее. Диагональ дисплея составит 6,7 дюймов с частотой обновления в 90 Гц. Сердцем выступит все тот же Snapdragon 720G. Объем оперативной памяти 8 ГБ, а встроенный 128 или 256, в зависимости от выбранной комплектации. Батарея тоже будет больше, чем у Galaxy A52. Ее объем составит 5000 мАч. Во всем же остальном смартфоны будут крайне похожими. 5G-версия Samsung Galaxy A52 и Galaxy A72 будет иметь те же самые спецификации, но с двумя маленькими «но». Процессором выступит Snapdragon 750G, а дисплей получит частоту обновления в 120 Гц. И, внимание! Как сообщает портал GSM Arena, смартфон Galaxy A52 5G получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP67. Получит ли такой стандарт защиты версия без поддержки 5G, не сообщается. Все спецификации смартфонов вы видите в такой вот табличке. И, если честно, мне кажется, что Galaxy A52 повторит успех своего предшественника и будет довольно популярным смартфоном. Все смартфоны из коробки будут работать на базе Android 11 с фирменным интерфейсом One UI 3.1. Теперь по ценам. За минимальную версию Galaxy A52 попросят 369 евро. Версия с объемом накопителя 256 ГБ будет дороже – 429 евро. За 5G-версию Galaxy A52 попросят 459 и 509 евро соответственно. Galaxy A72 традиционно будет немного дороже – 449 евро за версию с накопителем на 128 ГБ и 509 евро за версию с 256 гигабайтным накопителем. О ценах на 5G-версию Galaxy A72 пока ничего не известно. И для удобства цены на экране продублированы и написаны в других валютах. Что же касается даты анонса, то по сообщениям все того же портала GSM Arena представит Galaxy A52 в последнюю неделю марта, и он будет позиционироваться как конкурент Oppo Reno 5. А взяли бы вы себе Galaxy A52 и Galaxy A72? Ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Вы были на канале Копипаста. У микрофона Антон, до связи!